Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Ну что, хочу вам показать, как дальше развивается моя рассада, которая посеяна в крепыш, в грунт, который я обычно сею рассаду, торф агробалт и просто земля без всяких разрыхлителей. Ну что я вам хочу сказать. Лучше всех, конечно, развивается в агробалте. Здесь и корневая большая. Я вам тогда в прошлое видео показывала, какая корневая в агробалте развивается. Это вот в моем грунте. Тоже довольно-таки неплохая корневая. И растение выглядит сравнительно неплохо. Зелененькие, все хорошо. А вот крепыш, если честно, меня пугает. Во-первых, они остановились в развитии. Они фактически не растут. Мало того, что они все фиолетовые. Вы посмотрите, они все фиолетовые снизу. И стволики, и сами. И плюс они еще начали хлорозить. Видите, не хватает им что-то. Вот никаких микроэлементов. То есть он начал еще помимо этого хлорозить. Они были посеяны 25 числа, 25 января. А это, которые в моем грунте. Выглядят они неплохо. Единственный только минус в том, что они развиваются, конечно, не так шустро, как хотелось бы. Но в отличие от крепыша, по крайней мере, видно, что питания им более-менее достаточно, потому что цвет такой у них бодренький, зелененький. Ну что я хочу попробовать дальше сделать? Дело в том, что некоторые пишут, зачем кормить такую маленькую рассаду. Я хочу провести следующий эксперимент именно с этой уже рассадой. Я выберу по два самых красивых сеянца. Я обычно, конечно, пикирую в более раннем возрасте рассаду. Ну, здесь мне надо было еще показать, как развивается. Вот, выберу два лучших саженца. Один так и останется в крепыше. Другой, его же будет в крепыше, но плюс будет добавляться, будет поливаться с удобрениями. Второе будет также здесь 50 на 50 останется также, вот, как обычно в моем грунте. И второй стаканчик будет поливаться с удобрениями. То же самое будет с агробалтовским. Ну, землю я не буду делать. Я сделаю только с тремя с этими. Вот. Ну, а остальные саженцы, естественно, пойдут, конечно, у меня в утиль. Как будет в дальнейшем развиваться моя рассада, я вам буду показывать уже в следующих видео. Ну вот, я их пересадила. Взяла по два саженца, по два стаканчика. Один просто будет поливаться водой, другой будет поливаться водой с удобрениями. Буковкой О я пометила, где будет с удобрениями. То же самое я сделала с крепышом. Вот, и также сделала я с агробалтом. Чуть попозже я в нем, как они немножко примутся в рост, я подсыплю им еще дополнительно земельки. Ну, кому тофику, кому земельки. А вот это вот. Это шикарные, конечно, росточки, хорошенькие, все, но они у меня идут, к сожалению, на компостную кучу. Да, кстати, сегодня 6 февраля. Ну, посмотрим, как будут они развиваться дальше, я вам буду показывать.